Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток. И сегодня мы погрузимся с тобой в атмосферную игрушку. Где жизнь была в СССР? Ну, ты понимаешь, вот эти вот панельки, трубы дымят, заводы прямо в городе. Я жил в Екатеринбурге, поэтому знаю, что это такое. Вот, все это, конечно, в атмосферу, вон, как ты видишь, блин. Ну, что делать? В общем, давай начинать. Всем я желаю приятного просмотра. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Вроде как с элементами хоррора. Тут будут. Будут они. Будут. Давай начинать. А, нифига себе, прям пленка. Восьмой этаж. Приятного просмотра. Бери что-нибудь покушать. Анатолий Полюшевский, 30 лет, инженер. Возвращается домой с завода. Работяга, а? Смотри-ка. 18.50. Офигеть. То есть чисто симулятор жизни в СССР. И смотри, у нас тут что? Тут у нас ваночка металлическая. Коробки какие-то под лестницей. Слышим, что кто-то тут говорит. Так, ну конечно же лифт. Конечно же, ребята. Вот эти... Удивительно, удивительно, ребята, фиксирую, фиксирую, непрожженная кнопка. Ого, даже закрывается, смотри. Что-то разговаривают там. Так, ну по факту, а мы можем, интересно, выбрать друг... Да, мы можем друг... Ну я не хочу, ребята, я что-то не хочу на самом деле разминать ножки. Давай пойдем сюда. Так, а какой, интересно, мне этаж нужен? Восьмой. Давай, дружище. Восьмой этаж. Лепота, ребята, красота просто. Удивительно, свет даже работает. Ну ничего себе. У нас в лифте там весь спичками прожигали, зажигалкой. Ни хрена свет толком... Куда? Стоп, 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 дружище. Давай еще раз нажмем. Офигеть, они, конечно, клево это сделали. Восьмой этаж. Давай хоть посмотрим, можно ли вообще на другие сходить. Да, мусоропровод. Мусоропровод, ничего себе. Самое интересное то, что вот я в Екатеринбурге все мусоропроводы сейчас заварили. Вообще ни один не работает. Но это и понятно, ребята, что... Крысы, тараканы. Да, уже все хламом забили. Закрыто. Ты где накидаться успел? Бутылку найду, ешь тебя и пришибу, понял? Ля, атмосфера-то какая, ребятки, ля! Муж с женой орут. Муж бухой постоянно. Ля, а где я-то? Погоди, в смысле закрыто? Ну-ка, дружище, погоди, погоди. Восьмой этаж. Записка? Толя, ты как всегда не слышишь, что тебе говорят. Сегодня я в ночную смену. Светка в санчасть слегла. Буду пахать за двоих. Ключи у Клавдии Марковны. Квартира справа, 67-я. Просто зачеркнул, да. Да, и сложи куда-нибудь свои палки в спальне. Я чуть клей на них не пролила. До ночи не читай. Целую. Ого. Так, 67-я квартира, ребята. 67 справа. Ну, окей. Пойдем. Клавдия Макру... Клавдия Марковна. Марковна, а не Марковна. Давай-ка. Клавдия Марковна, это Анатолий. Я по поводу ключей. Бабка идет, смотри-ка. Сейчас хоррор, ребята. Сейчас начнется. Начнется. Ты шо, бабка? Вам доброго вечера. В смысле? А куда ты выкинула? Бабусь. Ёкарный бабай, а куда ты выкинул-то, бабка, блин? У меня темно, ребят, ничего не вижу, ни черта не вижу. Где там? Кто выкинул? Ну? Ёб твою ж дивизию. Погоди, уже ключи у меня или не? Ладно, допустим, они сразу у меня оказались. Блин, нет, они у меня... У меня они ни хрен... О, вот они, господи. Все, нашел, ребята. Во, подобрал. Нормально, ребята, нормально.
Все, я дома. Наконец-то я дома. Такие стены. Чтобы просмотреть активные задачи, сложить куда-нибудь папки. Задачи на сегодня. Блин, это так атмосферно. Ну давай свет, что ли, включим. Да, да, вот правильно. Ребят, ух. Ты посмотри только на это. Туалет. Ой-ой-ой, ребята, вы только посмотрите. Тазик, у каждого такой тазик был. Посмотри на это все. Станок, туалет. Круто. Ну, конечно, сейчас, если так посмотреть, это все... Ну, такая унылая атмосфера. А, что там, боже мой? Надо вытереть, пока не засохло. Список задач. Вытереть клей мокрой тряпкой. Да я ни хрена тут не вижу, мужик, блин. Хоть бы сделал, где тут вот лампу, во. Ёпарасы. Надо мокрой тряпкой пройтись. Сейчас все, пройдемся. Погоди, погоди, дружище. Спокойно. Погнали, мокрой тряпкой пройдемся. Просто посмотри на это. Да, ну и вонь. Вау, ребята, ну это же... Как это приятно, ребят, вы только послушайте. Я вот честно скажу, я не любитель АСМР, но вот это вот, вы только послушайте. Вы только послушайте. Просто у моей бабушки вот такая же шляпа была. И смотри, как они... Ай-яй-яй. Смотри. Что у нас? Квас! Неужели? Что там у нас? Бальзам? Рижский. Прикинь, коробочек спичек. А что воняет? Погоди, что там у нас такое? Погоди, мне прям интересно. Опачки. Хлеб. Уф. Ну вот эту-то надо штучку-то сюда, в карманчик, я так понимаю. Вау. Блин, красиво. Прям очень красиво, ребята. Так, ну надо, наверное, все-таки нам вытереть там. А где нам мокрую тряпочку-то найти? Наверное, в ванной. Ладно, нормально. Или пожрем сначала. Борщик поди-ка. У нас, кстати, вон смотри, что у нас тут. Комнатка. Блин, как красиво! Ух, щеночек какой! Коньячок. На кой черт такой лейкой цветы поливать? Вау. Офигеть, смотри, смотри, смотри. Там еще и машины, главное. СССР, все дела. Москвич там фигачит. Что там у нас, что? Шахан, копейка. Вот, кстати, вот тряпка есть. Теперь, ребята, погнали. Погнали теперь. Наука и жизнь. Тетрадь. По-моему, тетрадки вообще не поменялись с СССР. Актуальные проблемы. ГАИ сообщает. Огни Светлова. Во как. Во как называется. У меня вот такая же тетрадь была. Так, хорошо, мы немного переоделись мы с тобой. Тряпку надо намочить, но я так понимаю, в ванной. Давай, пока жена не видит, мы быстренько закроем холодильник. Не дай бог она увидит, ребята. Не дай бог, я вам скажу. Я посмотрел перевод этой игры, и вот что получилось. У меня яркие огни Светлова. Так, давай, наверное, как-то вот сейчас водичку включим. Намочим тряпочку. Все, хорош, выключаем. Теперь идем, ребята, это все делать. Вытереть клей мокрой тряпкой. Клею тут обои.
Сюда бы раствор какой-нибудь спиртовой. Спокуха, спокуха, братишка. Сейчас мы спиртовой растворчик знаем, где найти. Называется водочка. Сейчас мы быстренько. Вот. Надеюсь, жена не заметит. Так, пойдем. Ну, теперь точно нормально все. Это не симулятор реальной жизни. Так, вроде нормально. Хорошо. Хорошо. Так, что у нас еще? Уберу сервант. Выбросить мусор и сложить куда-нибудь. Мы подняли предмет. Теперь найдите, куда его положить. Хорошо. Погнали. Положим. Бля, ну это прям капец. Ой-ой-ой, прям папка для бумаг. Надеюсь, тут мои труды никому не помешают. Все, хорошо. Теперь остается только одно, выбросить мусор. Ребята. Подобран предмет. Прима. Фу. Так, а нам все просто. Все просто. Мусоропровод. Слава богу, он есть. Ребят. Оп. Даже анимацию завезли. Ты посмотри. Хорош. Лечь спать. Все на сегодня, так сказать, мы все выполнили, ребята. Пора спать идти. Хорош. Че, спим мы тут? Надо хоть застелить. А мы еще, видишь, переоделись как бы. Тапочки тут. Погоди, застелить? Оп. Оп. Офигеть просто, ребята! Ну все, братишка, а завтра на завод. Завтра на завод. Поработаем. Горжусь тем, что наша, а наша тут несколько получается жизни, нифига! Виктор Ревчук, 35 лет, младший лейтенант, смотрит телевизор. Страшно сожалею о тех жертвах, которые пришлось принести. Фига себе! Борьбы, прикинь! Народу всего наилучшего. Это был такой культ, который уже невозможно даже смотреть. Могли бы вы также охарактеризовать этот режим еще вчера? Да, я говорю не только вчера. Все, хорош, насмотрелись. Пора включать свет. Эй, бы где он, да? Да вот. Все, спокойно, ребята. Чайный сервиз, ребят, смотрите просто. Опять же бальзамчик. Тот же самый, да? Тут уже что-то не открывается, ребята, видите? Балкон. Вот раньше же жили люди, а, посмотрите, ребята, вообще пофигу. Никаких москитных сеток, никаких... Не, ну, понятное дело, что комаров там... Ого-го, было. И тут такая же. Погоди, а чё младший лейтенант тут забыл в нашей квартире? Или все то же самое, ребята? Сесть и дописать письмо. Все квартиры одинаковые. Все то же самое. Соль, сода, пищевая, которая... Я не знаю, вот эта пищевая сода, ребят, она, по-моему, вечная. Вечная просто. А вот эту банку от кофе, не знаю, дед использовал как пепельницу. Ребят, вот это жиза. Вот это жиза. Борщ тут... Вот такая вот... Я офигеваю. Так, хорош.
Хорошо, ребята. Что тут у нас? Закрыто. Ну тут, смотри, хотя бы что-то есть. Угу. Тут ремонт уже никто не делает. Да. И учебники бросили. С тех пор, как мама лежит в больнице, приходится учиться прилежнее, чтобы не расстраивать. Папа тоже нервничает, но виду не подает. После работы еду в больницу, так что я по большей части одна. Ничего, мне уже не 9, а целых 13. По афганским законам невеста. Но у нас в стране с этим, к счастью, строже. Приходится заниматься всякой всячиной, по дому уже привыкла. Как-то раз решил приготовить борщ, чтобы развеселить папу. Ему понравилось, может стать кухаркой, а не космонавтом. Интересно, умеет ли Терешкова вкусно готовить? Сашка постоянно пишет мне любовные стишки из ящика, их даже не беру, утомляет. Как он не понимает? Я космическое пространство. Непостижимая величина. А Сашка, ему до меня как до Луны и обратно. Он просто глупый ребенок. И страшненький. Нос этот, зубы кривые. Я бы на его месте поменьше улыбалась. Сегодня заходил какой-то мужик с маминой работы. Оставил письмо. Я не стал открывать. Отнесла в зал. Вдруг там что-то важное. Папа разберется. О, интересно, интересно. Сейчас почитаем. Что там почитаем? Фига. Венрок. Modern Talking. Чингисхан, у-ла-ла, ту-ра-на, ту-на-на. Чингисхан. Ладно. Идем дальше, ребят. Так, где там сесть и дописать письмо? Вот, кстати, у нас. Дорогая Маша, вот и прошел месяц, как меня перевели в Светлов. Извини, что долго не писал, мысли не собирались. Город все еще не нравится, серый и грязный. Люди хмурые, всегда в пол глядят. Одно радует. Пиво дешевое и вкусное с пеной. Не знаю, как это у них получается. Коллектив в части хороший, но много не уставника. Позавчера одного лейтенанта солдат после отбоя хотел ножом заколоть. Вовремя среагировали, конфликт у них какой-то был. Парень отделался выговором и переводом в другую часть. Не хотели перед приездом генерала портить статистику. Считаю, повезло. В квартире обжился, но все равно себя чувствую гостем. Здесь какой-то инженер жил с семьей, уехал и всю мебель оставил. Хорошо, видимо, зарабатывает. Соседей на площадке нет, а с другими не здоров... А, вот оно что у нас. Понятно тогда. То есть он уехал, инженер, поэтому такая квартира. Хорошо. Даже смысл, я тут птица временная, то есть после его сейчас кто-то другой будет. Угу, у нас типа командировочка. Тут все, у нас на них ездит, завод почти год зарплату выдает велосипедами и колясками инвалидными. Инженер, наверное, тоже на велосипеде укатил. Коляску мне пока рано, а крутить педали в форме неудобно. Да и идти мне тут до части минут 20. В общем, сижу вечерами перед телевизором и... И давай допишем, дружище, давай-ка допишем. Угу. Вот, так-то лучше. Интересно. Тамара Полюшевская, 27 лет. Приводит квартиру в порядок. Час 15. Все то же самое, ребята, офигеть. Радио тут играет. Что нам нужно? Помыть посуду, полить цветы. То есть сейчас мы, смотри, вот посуду всю соберем, сковородки нормальные, все хорошо. Я прочитал, что можно раз в месяц его поливать. Фигеть! Водочка, я не знаю. Вроде бутылка закрытая стояла. Вроде бутылка закрыта. Опа. Не? Это я подумал, что записка, знаешь, такая скрытая немножечко. Надо грязную посуду собрать. Так, а что там у нас еще что-то? О. Все, включаем, моем. Что, не моется? Почувствовать свою неразрывную связь с теми, что рядом. Пойди-ка тут еще что-нибудь кто-то оставил. Ну, конечно. До кухни-то два шага сложно сделать. Ай.
где-то сода была. Спокойно, мы уже все тут знаем. Тряпку бы. Да все уже есть, и тряпочка, и то, и все. Список задач обновлен. Полить цветы отстойной водой. Отстойной, да? Тут у нас была лечка. Спокойно, развесить белье. Так, раз. Полили. Вот еще. Офигеть, ребята, представляете? Какой спокойный чатик. Да и игра мне тоже... Да, ребята, тут вообще прям одно спокойствие, правда. Играем в жизнь. Так. Развесить белье. Когда, знаешь, мы выполняем задачи, как будто кто-то цокает так. Такой вот звук. Так, развесить белье, да, говоришь? Тут мы еще не поклеили. Блин. Что у нас тут? Где включить вот такой прикольчик, а? Я нифига не вижу. Твою ж дивизию заперли, демоны! Давай включим свет. Я ни хрена не вижу. Просто. Вот, 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 вот. Конечно, все нормально. На балкон. Так. Так интересно, блин. Раньше жили люди. Оп. Труселямбы. Хорош. Вроде дождя не намечается. О, кто-то идет. Я так рано никого не жду. Сейчас интересно, кто там. Записка? Что? Дорогая Тамара Ивановна, я невероятно рад, что вы работаете в нашем коллективе. Вы луч света в тумане однообразной скуки. Ваша грамота... ваша прямота, господи, какая грамота у меня прям в глазах. И открытость, живой блеск в глазах заставляет ходить на работу с радостным рвением. Совершенно случайно услышал, что ваш муж хотел приобрести радиоприемник, но в городе товар редкий, почти исключительный. Не сочтите за бестактность и примите от меня этот скромный презент. Цветите и пахните, мужу крепкого здоровья. Это еще что такое? Надо от Толи спрятать. В смысле надо от Толи спрятать? Погоди! Спрятать куда-нибудь подарок. Муж вернется, блин, еще поди-ка это. В нижний ящик можно. Туда он точно не сунется. Походу мужу нифига не будет. Тайного почитателя мне еще не хватало. Ага. Поди-ка еще и стоять будет. Ты, хмырь, ты где? Офигеть. Блин, это так забавно. Так, заканчивает ремонт в комнате. Дай угадай, он найдет этот приемник. И, наверное, что-то... Вот что-то пойдет не по... Сейчас улететь на море. Летять, летять, ребята. Смотрите, а. Просто смотри на это. Так, что нам нужно сделать? То есть продолжить ремонт? Да, дружище? Да вот это, открываем. Сразу же... Кажется, я испортил себе сюрприз. Прикинь. Ладно. А прикинь, это как-то повлияет, не знаю, на концовку. М? Думаю, Тамара на кухне записку оставила. Доброе утро, Толя. Решил все-таки бумажку оставить, а то опять забудешь. В комнате надо доделать все, что не успели. Повесь Наде полку над столом. Только невысоко, знаю я тебя. Доклею комоды обои, повесь люстру, она в кладовке. Только аккуратнее. Ладно, за работу. Спокойно, Толян знает дело, сейчас все спокойно сделаем. Во-первых,
Конечно же, включим. Без лампочек не сработает. Неплохо бы клей развести. Хорош. Сейчас куда-нибудь эту баночку. Во-во-во-во. Дёрка. В ведре развести. Ну давай там, разводи, дружище. Как его развести-то там? Для начала надо гвозди забить. Блин, все нам надо, охренеть! Ребят, сложная игра пошла. Где разводить-то будем? Погоди. Вот. Хорош. Без кисти я ничего не сделаю. Ну все, погнали, ребята. Оп-оп-оп. Вот и обои, смотри-ка. Можно клеить. Все, давай. Вот рулончик. Все бы так вот в жизни простенько. Раз и все. Одной заботой меньше. Так, что нам нужно дальше? Смотри, нам нужны гвозди. Надо прибить полку над столом. Погнали смотреть, где там полка. Было бы забавно, если бы этим молоточком еще можно было бы так... Тюк! Тюк! Это же реальный хоррор бы пошел бы. Че там за полочка такая, а? Прибить ее надо. Кого там прибить надо? А вот он, Анатолий Владимирович. Старший инженер отдела главного конструктора. Велосипедный завод. Интересно, интересно. Что у нас тут, кстати? Не только люди любят солнце. Подобран предмет, кстати. Ключ мы с тобой подобрали. Чешу, почем бить-то надо, боже, молотком? Куда бить? Ребята, сюды, туды, люстру, кстати, о, вот это вот, что такое, давай, дружище, бей, бей давай молоточком, я ни хрена просто не понимать. Начинается, ребят, а где люстра, кстати, погоди, дружище, сейчас мы с тобой найдем хотя бы люстру, я думаю. А, это, ну-ка, погоди-ка. Сейчас, секунду. Прибить люстру. Сейчас прибью. Ёб твою ж дивизию. Сейчас все прибьем, ребят. Не зря мне молоток дали в игре. Сейчас будет все круто. Поверьте мне. Жалко, реально им тюкать нельзя. Я бы тут сейчас все бы изгадил. Прикинь, жена возвращается. Сука, тут все испорчено вообще. Лампочки нахрен. Муж, блин, разбил. Все, натворил, блин. Муж просто не понял задачи. Что нужно сделать? Понимаете, ребят? Я не понимаю. Что нужно сделать этим молотком? Прибить полку над столом. Над столом. Не под столом, ребят, а над столом. Вот стол. Блин, ёпарасоте. Ладно, он откуда-то взял полку. Так, вот. Все, полочка нужна теперь. Где полка? Вот она, полка. Иди сюда. Во, все, ребята. Хорош, красавчик. Пойдет. Спокойно. Нормально. Просто из мазов выпало. Ну, правильно, правильно. Люстра в кладовке.
Ага, кладовочка. Сейчас найдем, ребята. Кладовка. В смысле, кладовка тут? Или какая кладовка еще? А что-то тут не понимаю. Кладовка, вы имеете в виду, что вот это вот кладовка? Вот она. Вот кладовка-то, прикинь. Не зря мы ключи-то. Вот люстра. Почесали, ребята. Оказывается, вот тут как все, а? Все, повесили. Ну что теперь? Ребят, ну тут все. Хоррор начинается. Ну что, повешено. Повешено уже. А, лампочки закрутить. Ну, понимаю, понимаю. Сейчас лампочки осталось только вставить и все. Где могут быть лампочки? Ребята. Ну, поди-ка в кладовке, опять же. Либо где-то там. Ну-ка. Погоди, господи, тюряга уже. Жесть. Ну, тут вот может быть. Попробуй. Вот тебе и квест, да? Задание. Попробуй повесь. Да все, пойдет, ребята. Пойдет. Да вот они, родные. А, смотри-ка, просто. Теперь хорошо. Можно проверить. Понял. Да шикарно! Будет. Шикарно, ребята! Что это за звук? С балкона, кажется. Как же это так? Не понял. Дурная примета. Тамара расстроится. Ты шо, голубочек? Ты шо, ястребок? Кто... Господи, Валорант сразу вспомнил, ребят. Кто-то запустил голубка, как не надо, ребята. Юкарный попасть. Тамара возвращается с работы. Я так понимаю, уже сейчас мужу влетит. Вот чувствую, ребята, муженьку сейчас влетит. Так нормально чувствую. Так, не, это не наш дом, погоди, Тамара. Товарищи жильцы, по причине систематической неуплаты председателем кооператива... Ладно, погнали. Давай, лифтик, работай. 8-й этаж, все, закрывается. Самое интересное, что здесь дается выбор. Можно либо на лифте, либо все-таки пешком сходить. Это очень круто. Мне это нравится. Голубки в Валоранте, голубок. Пипец Толяну. После этого в мире одна голубиха потеряла муж. Так. Ну что, проверить успеваемость Нади. Опа, опа, муженек-то пил? Пил, смотрю, потому что бутылочка здесь не стояла. Не стояла здесь. Ай, 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 и тут бутылки нет. Ну все, Толяну хана. И пожрать не приготовил Толян. Слушай, вообще ужас с этим Толяном жить. Ребят, что-то я так думаю. Пожрать ничего не оставил. Ну вот хлебушка кусочек хотя бы есть. Сейчас мы быстренько тут все проверим, ребятки. Аккуратно. Блин, прикольная игра. Опять кровать не заправлена. Такой вот звук. А еще. Это что за бумажка? Опачки. Поехать в заводской
Пионерлагерь — лучшая затея за лето. Спасибо, папе. Не Симферополь, конечно, но есть озеро. Столько веселья, безделья и смеха за целый год в городе не испытаешь. Жаль, что Катя с Ингой живут не в нашем районе. Было бы сказочно. Очень умные и прогрессивные девчонки. Я с ними хорошо сдружилась. Захотелось выкурить цигарку, вспомнить лагерь. Одолжила у папы, все равно не считается. Долго кашляла, но потом ничего, втянулась. Инга, конечно, куда лучше в этом подкована, но я так не всерьез. Заставила Сашку найти целую пачку. Нашел, у деда, наверное, спер. Ничего-ничего, должна же от него быть какая-то польза. Читаю его глупые стишки и курю в гаражике. Больше негде, а то заметят, и я туда... И кассетник утащил. Короче, почти переехала, пока тепло. Говорят, Петрович болеет. Увезли в больницу. Наверное, скоро помрет. Да не жалко. Он без конца пьет и ругается с женой. А вот дядю Витю снизу жалко. Он добрый был. Ни разу ничего мне плохого не сказал. Хотя я могу несколько часов музыку громко гонять. Уж ты, блин. Еще и курит! Это просто цигарки. Ребят, конечно же, осуждаем. Что там, три? Опачки, предмет, русский язык, походи, посмотри, что у нас тут происходит. Месяц, сентябрь, только началось домашнее задание, физика, 3. Физра, ничего, история, 2, контра. Труд, 4, литература, геометрия, 3, английский язык, 2. О, пойдет, ребята, как у меня, похоже. Химия, 3, история, 3, геометрия, 2. Шикарно, хорошо, блин, учится. Смотри-ка, посмотри лестничную площадку внимательно. А что там? Выйти? Ребенок. Стыдоба. Наведаться в гараж. Кто там? А что лестничную площадку? Ух, шиш, гробик, ребята! Был человек. Офигеть. Вот это прикол, ребята. Гробик, походу, хоррор-то пошел, ребята. Почти отлично. Ну, согласен, согласен. Три, это уже охренеть. С кем говорю? У меня к вам очень деликатный разговор, не телефонный. Уделите мне немного времени. Для начала представьтесь. Вы меня знаете. Это очень важный разговор. Когда вам удобнее встретиться? Звонки домой? Что-то новенькое. Нихрена себе. Вот это уже хреново, ребят. Реально хоррор какой-то. Тебе из гроба звонят. Ту-ту-ту, блин. Звонят из гроба мне там уже, блин. Жесть, блин, конечно, какая-то. Так, все, наведаться в гараж. Без ключа я в гараж не попаду. А, сейчас. А что за гараж? Погоди. Это типа гараж, вот где наше это. А, я понял, понял. Сейчас, ребята. Гаражик. Ай, вспоминается сифон и борода. Гаражи, ребятки. Гаражи. Ладно, сейчас будет нормально. Погнали. А пойдем пешком, ребят. А, не пойдем. Нормально, блин. Я просто... Ёб твою ж дивизию. Говорю, выбор есть. Можно пешком, либо на лифте. Ага, хрен там, шиш. С маслом, ребята. Нету выбора. Ладно. Хорошо. Ой, закрывайся, сезам. Нормально. У меня, кстати, тоже прям... столик и минус. Советую вас не просить не кидавать по дискорду канал. Да, это правда. Спасибо, Морти. Спасибо огромное. Да, я понимаю. Да, понимаю. Игра «Толян в СССР». Толян попал в СССР. Так, ну все. Хорошо. Спасибо, Морти, спасибо. Так. Опа, что, тут можно погулять? Ух, нифига, это круто. Даля, садись. Погнали, покатаемся. Немножечко. Блин, прикольно так.
Вау. Так, спокойно, ребята. Знаю короткую дорожку до гаражей. Вот через вот так вот идем. Главное, на гопников только не наткнуться, ребят. Иначе арматурой нас, опа. Полегко. Только пешеходов что-то нет. Ну, тут понятно, да, людей тут нету, конечно. Но вот именно вся атмосфера, она прикольная. Мне очень нравится. Хоть и на самом деле... Я бы, конечно, евроремонтик бы сделал, понятное дело. А вот, слушай, знаю, прикинь. Офигеть. Я как будто в Екатеринбург попал. Серьезно, ребята, вот честно скажу. Чисто в ЕКБ. Чисто вот уже... Уже ой, знают. Ноги знают, куда идти. Уже путь проложен, маршрут. Что такое, что такое? Надо не переживай. Ну, конечно, надо больше отдыхать, не переживай. Картошка крупная, не гнилая, дешево. Сдам в аренду. А, так, а какой наш гараж? Такой вопросик. Наведаться в гараж, я ж не знаю. Это что, я все гаражи должен сейчас осмотреть? А, вот он наш. Повезло, повезло, ребята. Прикинь, чужой открыли. Так, что у нас тут? Ну-ка, сейчас я включу. Батя у меня всегда вот эту хрень включал. Сначала бзынька вот так вот. Он выключал электричество. Но тут, видимо, здесь вообще счетчик всегда крутится. Как-то он так, не знаю. Неплохо устроились. Что там? Ой, пойдет, пойдет. Смотри-ка. Что там по записочке? Суббота. Приехала Инга. Ей 6 остановок на автобусе. Меня бы так далеко не пустили. Курили, болтали, слушали кассетник. Снова курили. Не думал, что докачаюсь до такого. Но было весело. Прикрыли дверь, чтобы снаружи не заметили дым. Какой-то туман тут образовался. Прям концерт Пугачёва в Олимпийской. Обменял в школе шарф на плакат. Смотрим теперь на меня со стены. Думаю, скоро о нем заговорят. Это так... Сдирать нельзя, я ему какую-то точку залепил на обоих, не знаю, откуда она взялась. Может, папа чего натворил и не признает. В любом случае, лучше спрятать. Они обои эти в те годы еле нашли. Ого! Фига, вернуться домой. Да. Так, я ничего не забыла. Свет. А ворота закрыты. Да, пофиг. Ладно, не пофиг, ребят. Так, ворота закрываем. Что там, ворота? Все нормально? А, вот эти ворота? Да не, нормально. Все, возвращаемся. Хорошо, всем привет. Денис, тебе привет. Что за игра? Игра интересная. Жизнь в СССР. Симулятор. Мне правда нравится. О! Опа! Когда Черная Волга приезжает, это... Когда Черная Волга приезжает, это все плохо, ребята. На таких ездили. Что надо? Это очень плохой знак. Тамара Ивановна, прошу. Я к вам не сяду. Поверьте, это очень важный разговор. Не надо меня донимать. Уезжайте. Хорошо. Тогда на досуге почитайте вот это. Личное дело? Чего, блин? Всего доброго. Не понял. На нас завели? Уголовку, ребята? Что это такое? Что там происходит? Погоди. Ну-ка, личное дело, номер. Ну, типа, еще нету личного дела, но может быть. Я так понимаю. Что там сказано? Так, ну давай посмотрим.
Оригинал этого документа не пойдет дальше, если вы примете правильное решение. Все папки с чертежами и разработками должны быть отправлены по этому индексу не позднее следующего понедельника. Утверждаю начальник КГБ по Светской области о возбуждении уголовного дела, принятии его к своему производству. Так, следователь та-та-та с материалом проверки выяснил. Гражданин Анатолий Владимирович по национальности еврей, старший инженер бюро разработок Светского велосипедного завода Ленин подозревается в государственной измене, а именно в передаче технологической документации на образцы продукции иностранным компаниям в обмен на финансовое вознаграждение и помощь с оформлением выездного пропуска в государство Израиль, принимая во внимание, что материал проверки имеет достаточные данные, указывающие на признаки. Ого! Вот это, конечно, прикол. Какие же твари? Ага. Слушайте, Толян не только от жены сейчас хватит. Похоже. Да. Капец, ребята. Анатолий, 34 года, отдыхает дома. Ну, пока отдыхает, смотри-ка. Хоть отдыхает. Не в тюрьме же отдыхает. Там на нарах семечки щелкает. Там тюрю ест, естественно, ребята. С галушками. Тюремный. Так, ладно, что там... Дядя Сашка, что там принес? Главное, дядя Сашка, надеюсь, не на этом. Это, Надя, окно в мир. Цветное. Толку от него без видика. Всему свое время. И видик будет. Рекорд. Фига себе. Надо антенну из кладовой взять. Так, кладовая мы уже знаем. Где, поэтому спокойно. Берем ключик. Я уже все знаю, ребята. Я уже все знаю. Офигеть, я как будто уже всю жизнь тут прожил, понимаете? Самое интересное. Главное, чтобы черный Волган за нами не приехал. Вот антенна. Это же интересно, что там в конце будет. Защиту неонацистов убит 28-го. Так, ну что там, погоди. Ну все, посмотрели. Что дальше? А это что такое? Погоди, товарищ. Коллектив предприятия глубоко обеспокоен тяжелой болезнью вашей супруги и нашего хорошего друга Тамары Ивановны. Это светлый, добрый человек. Фига себе, она еще и болеет. Боже мой. Это как-то не очень все гладко. Анатолий Владимирович? Да. Ваша жена скончалась. Следует приехать в больницу и расписаться в акте заключения врачебной комиссии. Что? Возьмите с собой паспорт. Сегодня сокращенный день, работаем до... Надя! Пипец, прикинь. Бен звонит. С плохими новостями. Бен, yes. Oh, Надя, дочка, открой дверь. Надя, ты что там делаешь? Блин, надо вырубать электричество срочно. Виктор Левчук, 35 лет, младший лейтенант. Читает отрывки дневника. Это типа что произошло с семьей или что? В классе сижу на отдельной парте, после химиотерапии все... Думают, что я заразная. Ого. Главный перс, не тупи, ломай дверь. Так, что пишут? Многие учителя того же мнения не вызывают. Вот вам и храм науки. Та-та-там. Сашка за этот год возмужал, стал больше похож на мужчину. Не знаю, как это... Я это приметил. Пару раз он поднимался до квартиры, звонил в дверь, не смогла отказать. Гуляли в парке строителей. Бедная девочка. Как мама не стала, говорят, время лечит, но пока не заметила. Так, мне так стыдно, что мама узнала про мои посиделки в гараже, до сих пор краснею, когда вспоминаю. Вот же я дура. Инга теперь живет в нашем районе, та-та-та. Новые люди — это всегда сложно. Со мной, правда, даже здороваться перестала. Ну куда же, меня лысый, до такой звезды. Папа, офигеть, она еще и, прикиньте, офигеть, мама умерла, батю сейчас посадят. Все равно непонятно чего.
А у дочки нафиг рак. Офигеть, химиотерапия. Что происходит, ребята? Что-то все так плохо прям вообще. Только жить начали, ребята. Телек купили. Лечь отдохнуть. Ну, правильно, погнали. Чего они съехали? Как ты думаешь, чего они съехали? Дочка, поди-ка того. Батя, поди-ка уже это. Батю посадили. Надя 14 лет убирается в квартире. 14 лет, Надя, что? Погоди, стоп. Не понял. Что 14 лет? Ух, фига. Прошло почти год, как мама не стала, говорят, время лечит. Пока не заметил какое-то напряжение, постоянно чувствуюсь, даже когда я одна дома. Инга теперь живет в нашем районе, та-та-та. А, ну, потом вот она. Пишу. Да, ну мы, в принципе, уже знаем, что там. Так, протереть пыль сухой тряпкой, разогреть борщ. Так, где борщ? Борщ, борщ, борщ. Поиск борщей. Борщ, наверное, здесь. Лучше сначала плиту разожгу. Да. Давай. Что там, как включается-то? О. И... Пусть на медленном огне стоит. Так, есть. Теперь протереть пыль. Опять же, ключи вот от гаража. Уже знаешь, вот чисто мы уже знаем все, что тут есть. Единственная тряпочка. Где наша тряпочка сухая? Немного не разобрался в нашем доме. Где там тряпка? Фонарь? Фига себе, он нам зачем? Ребят, ну-ка, помогите. А, во, все. Тряпка есть. Так, вроде нормально. Погнали еще протрем. Где тут хоррор? Тут он ли грустная история? Чисто. Все, ребят, чистенько. Что там на балкончике? Ля, ну все, оттерли уже. Что там? Еще же в подвал за банкой надо. Чуть не забыла. Вот какой-то ключ, кстати. Подром принести из подвала. В подвале делать нечего. О, а это что-то новенькое. Я там не был. Я там не был, ребята. Забираем. И, по-моему, надо ключ еще... Где-то батарейки были. Блин, еще и батарейки где-то. Ребятки. Все, не надо больше ничего. Ну, погнали в подвал. Офигеть. Да, ребята, интересно. Ну, слушайте, интересно, чем это все закончится. Так, подвал, я так понимаю, где-то вон... А, нам надо выйти, точно. Скорая помощь.
Чтобы использовать фонарик, нажмите F. А, во, хоррор пошел, ребята, поздравляю. Погоди. Ё-моё. Жесть, стой, напряжение. Дай угадаю, наш подвал, конечно, самый там последний. На замочке, да? Ну, конечно. Так, чё такое? О, что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Голова отрубони. Кружится. Больше точно не буду курить. О, правильно. Так, нашли. Фига запасов, ребята, прикиньте. Соседи еще ничего не спер. Да, это прям удивительно. Притом замков никаких толком нет, прикинь. Что там, замочек надо поставить? Ай, пофигу, заходите. Заходите, кто хотите. Знаешь, вот я так хожу, а вдруг здесь можно в какой-то другой там зайти, да? Тут монстры какие-то или что тут будет? Только помидоры. Ай, помидоры и огурцы. Я тебя люблю, а ты? Там. Правда, это, ребят, не моя шуточка. Вот так. Повзаимствовал Морти, правда. Скажем так. О, Филипп, спасибо за ману, ребят. АМГ Бадди, спасибо тебе тоже. Огромная братишка. Так, папачу скоро придет, обрадуется. Нифига себе, дочка-то ля. Наготовил, я так понимаю, я сейчас за батю играю. Так, батя, играй. Играй красиво. Опа. Ну что там? О, господи! Вот и хоррор, ребят. Ты хоррор. Так. Опа. Опа. Что такое? Что я происходит? Обязательно выйду отсюда. Что там происходит? Гараж наш. Не надо было Ингу слушать. Ля тут. Инга, ты шо там? Это же мы. Инга? Шиш. Господи, мама родная. Бать, ты шо? Нормально все, бать. Батя. Господи, батяна! Снова все кружится. Ёпарса, где мы вообще находимся? Что это вообще такое, мама? Я помню эту хреновину, на самом деле. Она там еще и регулируется как-то, знаешь, там... Блин, я понял, что это. Список задач, ребят. Фонарик взять. Подобрали. Меня так просто не обмануть. Так, какую дверь-то? Ёкарный баба, Ну что, пойдем. Ну вот это похоже на хоррор, да. Немножко.
Да, вот оно. Ну, это как бы, знаете, аллегория, все дела, типа, она борется с этим, типа, мы должны выжить, все понимаете? Хорошо, не надо сдаваться. Батя тут. Все будет хорошо, ребята. Куда бы ты ни шел, все будет хорошо, все будет хорошо. Оу, щищ, пионер. Киньте, что вообще происходит? Блин, да как тут? Я дверь прижала. Батя, ты шо? Смотрю, вымахал. Ключики. Разбросали вещей. Что там? Оу, щищ. Папка для бумаг. Мам, привет. В смысле? Я в ловушке! А так хорошо игра начиналась. Вообще не говори. Ой, что-то походу мы не тот путь-то выбрали, ребят. Мы что-то за мамой же пошли. А мама, получается, мертва. Прикиньте. Походу... Я не знаю, есть ли тут как бы две концовки, но мы как бы пошли за мамой. Я так понимаю, это не к добру. Надо было за батей идти. Я вам что скажу. Мама? Мама! Ой, мам... Оу. У меня аж мурашки, ребят, так. Фух. Че это? Это еще что? Счетчик Гейгера. Типа радиация, все дела. Нас же обучают, да, там. Нас фонит уже. Ёпарасете, чё я пройти-то не могу? Блин, ничего не вижу. Нам поди-ка знаешь, что надо? Ай, жрать даже нечего у нас. Надо хоть включить свет, я нифига не вижу. И что, почему я пройти не могу? Батя, можешь подойти сюда? Я не могу подойти к тебе. Ни хрена не вижу, ребят. Ночь. Список задач обнов... А где? 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 Погоди. Нет, список задач-то. Вниз посмотри. А. А. Что, опять вниз посмотреть надо? Или вверх теперь на этот раз? Да тут фон, как в Припяти. А что происходит вообще? Тут за...
Ни хрена себе, блин! Подарочек! Жесть! В промежуток между 1981 и 1987 годами в городе Краматорск в доме по улице Гвардейцев Талейкоза погибло 6 жителей. При тщательном обследовании квартиры специалистам отдела радиологической безопасности из стены комнаты была извлечена капсула с веществом цезий-137, излучая около 1800 рентген в год. Она стала причиной высокого уровня радиации в трех смежных квартирах. Ни хрена себе вообще! Нормально так! Капсула попала в бетонную плиту вместе с щебнем из гранитного карьера, куда ее по неосторожности уронили. Ой, какие молодцы! После извлечения капсулы фон пришел в норму. Виновные наказаны не были. Жесть просто. Просто жесть. То есть, ты понял, да, что батя остался один. Толяна хоть не посадили, но ни дочки, ни жены. Вот это жесть. Офигеть. Это только начало игры, да. Да, только начинается. Только начинается. Сейчас пойдут мутанты, сейчас вот Припять будет. Shadow of Чернобыль. Начало. Да, да, стали они с норками, в общем. Семья такая вот. Ну что же, друзья, надеюсь, вам зашло видео. Мы при том час 08 где-то, да, вроде как. Надеюсь, вам зашла игра. Не забудьте поставить свой жирный пиццарский лайк. Бай-бай, дорогие братишки.